Шкуру с тебя спустим.
Гнездо гнильцов. Нужно его уничтожить. Not. Давай. Ну что, паскуда? Куда спешишь? Куда? Ух!
кусать хочется. Выпьешь? В этом заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Цири. Я так и подумала. Хорошо, что ты поехал с ней. Я думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Вы победили, так что не стоит говорить о том, что было бы. Я уже разговаривал с Трис. Как я понял, с ложей у вас все выходит не лучшим образом. Времена опасны, особенно для чародеек. Каждая 5 раз подумай, прежде чем подставить за кого-нибудь шею. Я их не виню. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Скоро узнаешь. Лучше скажи, что с Филиппой. Мы с Трис отбили ее. Оказалось, она была у Дикстры, но уже все в порядке. Хорошо. Ты скажешь, наконец, что ты здесь делаешь? Я узнала, что Маргариту держат в Оксенфуртской тюрьме. Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейла. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю. Он как раз пришел. Аббат Фари? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. Лестницу в лес. Кажется, меня ожидает прогулка по крышам. Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. А потом стилет под ребра и в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит, вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь во свояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в Хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал, и пойдешь своей дорогой.
Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигают. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Ты говоришь, что притворился мертвым, и никто не догадался. В молодости я был подмастерьем аптекаря в Серебряном городе, так что в травах немного понимаю. В моей камере рос сонный гриб, а во дворе я собирал волчьи ягоды. Растер я это дело и съел за час до вечернего обхода. Это могло стоить тебе жизни. Если уж умирать, то на своих условиях. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку. После моего побега проход к реке закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени корчму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Интересные он вещи говорил о стражниках. Точно. Подпоить хотя бы нескольких, и все пойдет гораздо легче. Попрошу Золтана этим озаботиться. Встретимся позже, на Аксенфуртском мосту. Ни одна морока. Эти все хотят сейчас и даром. Родовито навигация? Я рада. Больше солдатней, больше денег. А я всего одной. Мне с собой взять какую-нибудь подругу для компании? Нет. Покусаешь меня? Мы-то думали, что нас будет двое, а ты одна. Ну да. Вы такие пьяные, что один бы точно не управился. Даже с девственницей. У тебя вульгарность написана на лице. Перепихнуться. Можем сделать это здесь? Или пойти ко мне? Ты актерам, небось, больше денег. Покусаешь меня, волчонок? У тебя вульгарность написана на лице. Эй, Ясь! Вот ты старше, так скажи, что такое на самом деле бардак? Бардак – это если у тебя кругом все раскидано, и надо сложить игрушки на место. Значит, все эти господа ходят в пассифлору, чтобы убираться? Наверное, да. Ну, потому что, смотри, они как оттуда выходят, рубашки всегда расстегнуты. Все такие усталые, что еле дышат. А один говорил, что всегда туда заглядывает, если у него грязные мысли. Я своими ушами слышал. Блин, странные эти взрослые.
Золтан? Да! Маргариту держат в Дели. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько макакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфурт. По сигналу Йеннефер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражника. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нелюдей. Краснолюд, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечет. Верно, я и не подумал. В таком случае пойду сразу к Йен. Она обещала найти вход в руины под городом. Спасибо за беседу. До свидания. Геральт! Куда летишь? Ты нашла вход? Даже несколько. Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнем. К делу. Геральт из Ривии, я полагаю. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена? Иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более, никому не придет в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Мы не встречались случайно в Логмуинне? Держись от меня подальше. Пришли. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Снова мокнуть. Thank you.
Очередной расхититель эльфских гробниц. Механизм сломан. Не хватает какого-то элемента. Может, его удастся чем-то заменить? Может пригодиться. Это вроде подойдет.
виду стена хрупкая. Никак вы, блядь, не научитесь! Дерзишь!
Он мне нужен живым. Слушаюсь! Что? Что происходит? Маргарита. Кто? Кто там? Геральт? У меня уже галлюцинации. Я вытащу тебя отсюда. Все напрасно. Мы обе сгнием здесь. Шиала? Ее схватили первые. Она в очень тяжелом состоянии. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь. Он мне нужен живым. Чужой! Уладим все по-быстрому. Быстро и больно. Он мне нужен жив.
Что ты делаешь? Сейчас здесь будет я. Рита? Шиала? Когда я доберусь до этих ублюдков? Яна, я не выдержу. Держись, ты должна выдержать. Я умираю, Яна. Я чародейка. Позвольте мне умереть с достоинством. Ян, пойдем. Ее не спасти. Нет, но мы можем помочь ей умереть так, как она хочет. Я этого не сделаю. А я сделаю. Пойдем. Надо спешить, иначе потеряем и Маргариту. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. У тебя сегодня плохой день.
Простынька. Не путайся тут. За вами приглядываю. Честь и отчизна. Белоголовый? Стоять! А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы наводку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Будь по-вашему, я заплачу. Вот это я понимаю. Образцовое проявление патриотизма. Сволочь! Кошачьи глаза! Знак дьявола! Мне говорить не о чем. А, я тебя помню. Что принести? Покажи мне свои товары. Прощай.